В прошлом веке разведки всего мира как с ума посходили, включая нас. Создание сверхлюдей, наложение видов. С их навыками они криминальные профи. Ну как я их буду ловить? О текущем задании тебе расскажет твой напарник. Я работаю один. А он отличный хакер. Бабуля. Саня! Ты как попал сюда? Так у тебя открыто было. Да, я дверь закрыл на 3 замка. Я и говорю, открыто. Во время операции не светится. Ты же не привлекаешь внимания? Никакого внимания! Добро пожаловать, брат, в нашу семью. Как звать тебя? Хайзенберг. Такое прекрасное имя. Каждый мужчина при тактильном контакте влюбляется в нее. А если б я ее случайно убил? Это как понимать? А вы стрелять умеете? Пару раз в детстве. Я и мухи не обижу. Саня? У тебя в пиджаке нож и расческа. Ты ничего не перепутал? Твою мать. Еще не все потеряно. Кинолог. А собака? Вот она. Не у добермана, хватка питбуля. Если ты будешь дальше тормозить, она тебе ногу отымеет, а потом сожрет.